Горный Алтай – удивительный и очень красивый край, о котором сказано и написано множество восторженных слов. Его называют «Сибирской Швейцарией» благодаря поразительному сходству Алтайских гор и Швейцарских Альп. Из этих красивых мест в Казанский университет с визитом прибыл председатель Комитета Государственного совета Эл-Курултай Вячеслав Уханов. Горно-Алтайский государственный университет и Казанский федеральный тесно взаимодействуют уже в течение многих лет по вопросу подготовки кадров, тюркологии, языкознаний и по научным направлениям. В связи с этим состоялась встреча Вячеслава Уханова с ректором Казанского университета, где они обсудили дальнейшие планы сотрудничества. Такое общение, горизонтальное общение необходимо, это взаимообогащает. Мы всегда делимся своими наработками и, конечно, услышать те новшества, которые происходят здесь, это для нас, конечно, это огромный багаж. Алтайский гость познакомился с историей Казанского университета и, держа впервые в руках настоящее перо, написал пару благодарственных слов за старинным письменным столом. Следующим этапом было посещение лицея имени Лобачевского, где он побывал в музее и поприсутствовал на уроках физики и математики. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.